Росберга, это человек, который искренне постарался что-то сделать для Бельгии. Но в то же время, есть и проблемы, которые тоже есть, и которые тоже надо решать. Помогите ему вернуться. Вы же обещали на предвыборной кампании. Вы не знаете, что мы обещали. Но Игорь Николаевич говорил, мы почему голосовали. Ринат сказал, голосуйте за Дадона. Мы вас поддержали свое время, а в конце что получилось? Давайте скажем честно, что присутствующие здесь люди не все знают. Не знают всех подробностей, не знают всех деталей. Так объясните нам, чтобы мы знали. Если бы у вас было искреннее желание поговорить, либо будет, я с удовольствием с вами останусь. Но пока я вижу другие намерения. Вы очень ошибаетесь. У меня есть крайние намерения.